началом я искренне прошу подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра. Всем здорово, друзья, с вами Дэн. Продолжаем играть в Лего Гарри Поттер 1 по 4 года обучения. И мы продолжаем историю, продолжаем проходить эту игру. Так, у нас вот опять котел, Гермиона. Вот, да, Василиск. Кран. Ага, она через зеркало, да, его увидит и тоже застынет. Угу. Так, 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 так. Замок Хогвартс. И мы бежим куда-то вот. Я даже не знаю, вот, наверное. Да, вот. Ага, Плакса Миртл у нас тут. Да, вот у нас Плакса Миртл. Так. Назад. 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 И назад. А, мы только сейчас заметили, что мы сражаемся с Плаксой Миртл. Так, надо поближе дойти. Так. Ага. Ага, так, тут нужно прям ловить. Так, назад. Опа, 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 обманочка. Так, тоже назад. И ух, назад. И еще одну утку надо. И искру надо. И утку надо. Так, и она, вот она у нас. Назад. А, тут надо подойти было поближе. Так, назад. Ага, это я... Не уследил, это тоже назад. Так, и это назад. И это назад. Опа, сразу два раза ей упали. А, вот, да, вот эта книга. Опять Рону досталось. А, он сейчас, да, пойдет в воспоминания. Тут у нас молодой Волан-де-Морт. И... Дамбл... А, вот Миртл, да, погибла. А, мы будем как раз таки сейчас играть за это, Тома Редла, ну, молодого Волан-де-Морта, и за Гарри Поттера, да, просто. Просто Гарри Поттер. Так, я взял руку. А, сейчас будем варить зелье. А, я понял. Так, окей, 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 окей. Так, вот сюда нам ингредиенты. Так, тут у нас люмус. А, и шкаф. Чтобы переодеться, и можем, в принципе, сразу одеть наушники. Здесь наушники, они другие. Так, ломаем вот тут стекло. И, в принципе, сажаем сюда. Так, 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 так. У нас тут пикси. Сразу тоже от них избавимся. Так. Ну-ка, отцепись.
Ага, то есть нам это по-любому нужно сюда. Так, ну блин. Пускай будет вот так. Так, сейчас мы как-нибудь... Ну, пускай вот так вот будет, пока что. Так, рыцаря мы. Так, ну-ка давайте сюда сначала. Ага, у нас тут сразу все активируется. И мы бежим сюда, чтобы... Ага, взять цветок. Кстати, как раз таки Гарри цветок, это все типа, ну, так, а мы заодно и клык взяли. Давайте сначала цветок. Вот так вот. А затем сейчас еще и клык возьмем. Так. Кидаем в котел. У нас тут как раз таки зелье. Зелье силы. Выпиваем. И дергаем. И у нас тут также детали. Ну, нифига себе. Постройка. Так, так, так. Как-нибудь вот так. Окей, давайте попробуем. Что из этого у нас получилось? Ну-ка, оп. Вот, все идеально. И тут, в принципе, тоже. Ага, нам нужно еще успеть, да? То есть пока идет эффект зелья. Сейчас мы его выпьем. Так, 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 так. И бежим быстрее, вот. Так, 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 так. Ой-ой-ой. Ай, фейл, фейл, фейл. Давайте еще раз. Возобновим эффект. Так, теперь побежали. Только в этот раз аккуратней. Так. И вот так вот. Ну и дергаем. Угу. И проходим вот сюда. Так, так. Да, у Тома Реддла тоже здесь, в принципе, все заклинания, да. Ну, поскольку вот он на то время уже нормально так учился. Так, окей. И... Опа, ну-ка, здесь как раз нам и может помочь Том Реддл. Так, вот. Ну-ка. А, тут у нас герб, окей. Коктевран. Так, так, так. Угу. И что у нас тут? А у нас тут просто подъем. Да ты снайпер, слушай. Так, и вот сюда. Проходим вот сюда.
Давайте-ка вот так. Ага, и нам открываются ворота. Проходим сюда. Угу, так, и тут нам нужны... Нужны платформы. Опа. Ага, вот как раз где самый платформы. А нет, не ошибочка у нас. Это батут. Так, люмус. И Вергардиум Левиоса. Это сюда. И это вот сюда. Отлично. А, это у нас тоже типа батуты. Ага. Ага. А, ну, в принципе, это нам и нужно было... А, и у нас как раз Хагрид, да, с его пауком. И Том Рейл как раз таки это, настучал, так сказать, на него. И тогда у Хагрида и отобрали палочку. Да, и вот у нас Джинни. Уровень пройден, друзья. Открытый режим свободной игры, и у нас тут герб факультета Хогвартса. Так, истинный волшебник, это пропускаем. Детальки пропускаем, золотой блок у нас один. Так, ну и ладно, ребята, я вам говорю, если вы здесь впервые, то можете подписаться на мой канал, поставить лайк, прокомментировать. А с вами был Дэн. Всем удачи и до новых встреч. Пока.